Привет, дорогие блогеры, бизнесмены, маркетологи! Если первый раз смотрите этот канал, обязательно подпишитесь. Тут очень много стафа, крутого, классного контента. Все секреты YouTube продвижения, платные Google рекламы. И вообще все секреты видеорекламы и продвижения в видеосфере. Значит, смотрите, сегодня обсудим с вами важный инструмент. Все вы, наверное, пользуетесь VidIQ, кто-то обычной версии, кто-то Pro, кто-то дорогую Boost использует, я тоже ее использовал, это нормально, но YouTube придумал американец, вот, и они америкосы, поэтому надо использовать их софт, потому что их софт лучше. TubeBuddy. TubeBuddy — это известная программа, которую используются ребята в Америке, но я ее недолюбливал. Вот, она какая-то была не очень удобная, непонятная, VidIQ понятнее. Сейчас VidIQ тоже изменили интерфейс, стало все там немножко посложнее. Я долгое время пользовался Boost, и теперь я перешел на другую программу TubeBuddy. Напишите хоть раз, кто-нибудь из вас пользовался этой программой, если пользовались, что понравилось, что нет. Если же нет, напишите, я не пользуюсь TubeBuddy, что это за фигня. Вот, я сразу взял хорошую дорогую версию, чтобы попробовать, как бы так сказать, всю мощь. И что мне понравилось, это сплит-тест. АБ-тест – это по-другому сплит-тест, по-простому это сравнение одной обложки и другой. То есть программа сама делает подстановку. Один день показывает одну обложку, другой день – другую. И так сравнивает, сколько на нее кликали, какой CTR. И в течение предлагает она тестировать 14 дней. 14 дней очень грамотно все можно посмотреть, все сплит-тесты. И вот вам сейчас скрины появятся. Я тестировал два своих старых видоса и заменил у них обложки. И одна обложка стала круче, а другая стала хуже. Ну, то есть, я сделал определенные выводы, и нужно тестить. Сколько обложек можно протестить за месяц, то есть вы там платите порядка 3000 рублей, по-моему, за платную TubeBuddy в месяц, и за эти 3000 рублей вы можете протестировать, по-моему, неограниченное количество обложек, ну, то есть по 14 дней обычно тестируется. Вот, единственное, что эти обложки должны, ну, как бы набирать просмотры, в смысле, ваши видео должны набирать просмотры. Если органически к вам не приходят просмотры на эти видео, то есть они вот так замерли у вас там, и просмотров нету. Желательно, чтобы у вас было 1000 impressions в месяц, ну то есть 1000 показов вашего видео в месяц, то есть вас 1000 раз показали, а уж сколько раз вас там кликнут с CTR-ом, 5% всего 50 раз, то в принципе ничего страшного. То есть в принципе, я так понимаю, 1000 показов в месяц, и из них, допустим, даже если будет 3 CTR, это 30 раз, хотя бы один раз в день вас показывали, и тогда она нормально работает. Вот, в других случаях, как бы, ну, вы не получите хороший результат. Поэтому отсмотрите все свои видео за последний месяц. Если на этих видео, я сейчас покажу скриншот, как это сделать, есть хотя бы 1000 показов, то есть вас показываются где-то в рекомендованных, да, там, в похожих видео, на главной странице, в поиске вы показываетесь, да, то окей, вас тогда стоит это видео переделать. Если нету, то вам нужно добиться, чтобы было 1000 показов за последний месяц. То есть самые свежие новые видео, которые вы публикуете, они точно получают 1000 просмотров. И старые видео, которые по-прежнему вирусятся, их тоже можно переоптимизировать. Если я не прав в чем-то, я могу ошибаться, это нормально. Ошибки — это вообще очень круто. Чем больше ошибок, тем лучше. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Можно, если не хотите платить за программу TubeBuddy, можете, собственно говоря, сами вручную менять каждый день обложку, то есть 12 ночи заходить, менять обложечку, вот, потом 12 ночи опять менять другую, вот, к сожалению, как бы автоматизированного скрипта нету на это, мы хотели написать софт, но YouTube сейчас сам изменил в бета-версии YouTube, можно каждые 4 часа отслеживать CTR, не за день смотреть, а за последние 4 часа можно смотреть, вот, в новой творческой студии. И, ну, в этом смысле я у них спросил, говорю, ну, вот TubeBuddy есть программа, лично в Google я спрашивал у руководителя службы Google Аналитики, Алина ее зовут, фамилию, к сожалению, не помню. Я у нее спросил, говорю, будет что-нибудь дальше разрабатывать, Павел, ну, мы как бы думаем об этом, мы как бы
понимаем, что надо бы анализировать ее почаще. Возможно, мы внедрим сами АБ-тест. Поэтому пока писать свою такую программу я не стал. Вот, но до сих пор об этом подумываю. Напишите в комментах, если бы мы написали такую программу, было бы ли вам это интересно, и купили бы вы эту программу не за 3000 в месяц, а за, ну не знаю, там, 5-10 долларов, допустим, да, там, ну там, не знаю, 1000-1500, вот, вот, за такую там цену. За какую бы цену вы ее купили, напишите, вот, который будет автоматически менять обложки и вот такой сплит-тест делать. В принципе, мне кажется, это нужно каждому успешному ютуберу. И второй момент, почему программа, бесплатная версия TubeBuddy полезна, она может помогать вам с Coppa. То есть с новым форматом Coppa вы можете автоматически проставить на всех видео то, что вам нужно, и вообще она автоматически помогает это все настроить. Подробнее я об этом скринкаст запишу отдельно, это будет завтрашнее видео, я надеюсь, или послезавтрашнее, но это будет отдельный скринкаст. Поэтому подпишитесь сейчас, нажмите, долбите в этот колокол. Просто еще лайфхак один, если вы нажали колокольчик, да, там, включили все уведомления, вам на телефон все равно не приходит, это может быть баг, это может быть ошибка YouTube, и она на некоторых каналах прослеживает. Тогда отпишитесь от моего канала, заново нажмите «Отписаться», подождите 5 секунд, то есть сразу нельзя подписываться, это будет расценено как бот, что вы бот, который подписывается, отписывается. Отпишитесь, закройте сайт, откройте YouTube, подпишитесь на меня и нажмите колокольчик. Тогда вам точно будет приходить уведомление, и вы будете в курсе всех новых инсайдерских событий. Напомню, что я нахожусь в программе закрытой программы YouTube Contributors. Вот, где я могу спрашивать напрямую у Гугла многие вопросы. Но не все, не все. И что-то даже мне ответит, я не могу вам это рассказать, потому что пока там это не будет. Пока это не разрешат рассказывать, в общем, я не смогу сказать, но я буду знать, да, и вы мне можете позвонить всегда и сказать: Павел, ну, мы, в общем, знаем, что вы эксперт, в общем, занимаетесь нашим каналом, вот, а мы будем заниматься своими делами, мы вам доверяем. Так что звоните, пишите, смотрите все видео и жмите в колокольчик. На этом все, увидимся скоро и уже завтра. Пока!